Ну, всем привет нашим дорогим подписчикам Лисятина ТВ. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Мы сейчас в Элате, где будем снимать очередной ролик. Хотел сказать, напомнить точнее тем, кто недавно подписался, что на нашем сайте есть ролики не только об Израиле, но также есть и путешествия по Европе. Потому что изначально канал задумывался, чтобы освещать наши путешествия по странам Европы, где мы частенько любим бывать. Но потом все, к сожалению, сломал ковид, и наши путешествия переместились большей частью на Израиль. Поэтому появляются обзоры по странам, по городам Израиля, по ресторанам, по кафе, где мы часто любим посидеть. Так вот, напоминаю, что самые первые ролики, если те, кто еще не смотрел, не видел, у нас есть и путешествия по Швейцарии, и по Франции, и по Италии, по Венгрии, по Литве, по Польше, по Румынии, Кипр. Так что милости просим, можете посмотреть старые наши ролики, а новые тоже будут не за горами. У нас сейчас в разработке, мы монтируем как раз вот фильмы путешествия по Риму, по Кипр Ларнака, также будет Каунас, и что-то у нас будет еще, я уже даже не помню что. Вот, так что новые ролики будут. Так что подписывайтесь, ставьте нам лайки, пожалуйста. Пишите комментарии. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Мы желаем всего самого наилучшего. Главное, мира всем нам. Пока. Ну и самое главное, это наш последний ролик в этом году, и он юбилейный. 100-й. Ставьте лайк.